Здравствуйте, это программа «Город». Новости по-выборгски, в студии Виктория Невская. Сегодня в выпуске. Стабильность в развитии. Итоги работы за год и планы на перспективу обсудили с жителями Светогорска представители власти. Детсад нужен не всем. В поселке Первомайское нашлись недовольные строительством дошкольного образовательного учреждения. Уверенная победа. Выборгские хоккеисты обыграли финских соперников на международном турнире. Губернатор Александр Дрозденко подписал накануне распоряжение о назначении главой комитета по строительству Виталия Жданова. В этот же день вице-губернатор по строительству Георгий Богачев представил нового главу ведомства сотрудникам комитета. Южный микрорайон Светогорска преобразится. На собрании, посвященном итогам социально-экономического развития поселения в 2013 году, населению представили проект благоустройства. Какие перемены ждут светогорское поселение, знают наши корреспонденты. Крепкий, стабильно развивающийся муниципалитет. Такую оценку итогам социально-экономического развития Светогорского городского поселения дал глава администрации Выборгского района Александр Лысов. На традиционном отчетном собрании руководители местной власти и депутатского корпуса представили жителям полную информацию о том, как жил Светогорск в 2013 году. Рассказывали о работе общественного совета, организации по работе с молодежью и ветеранами, о достигнутых показателях в промышленности, сельском хозяйстве, об использовании бюджетных средств. Значительная их часть была направлена в жилищно-коммунальный комплекс и дорожное хозяйство. Большой интерес вызвал представленный проект реконструкции южного микрорайона Светогорска, построенного еще финнами. Неплотная по современным меркам застройка позволила включить в проект большое количество мест для отдыха и занятий спортом, зеленых зон. Планируется полная замена дорожного покрытия, систем уличного освещения, оборудования парковок. Хочу заметить, что в каждом дворе, абсолютно в каждом дворе, детская площадка и зона отдыха для взрослых и пожилых людей. Сергей Исаев сообщил жителям, системы уличного освещения будут подключены напрямую к подстанции, а не к сетям жилых домов. Платить за свет на улице им не придется. Проект уже прошел экспертизу, но его реализация требует большого количества средств. Администрация светогорского поселения планирует обратиться в правительство Ленинградской области с просьбой о финансовой поддержке. Что касается 2013 года, за 12 месяцев удалось выполнить большой объем работ по ремонту улиц, дворов и межквартальных проездов. Произведена оценка технического состояния жилых домов и лоджий. Продолжалось благоустройство центрального парка. В числе приоритетных задач на год текущий глава администрации светогорского поселения Сергей Давыдов назвал работу по ремонту придомовых территорий, ремонту дорог, оснащению Дома культуры в Светогорске и многие другие. Разработать проект строительства трамплинов К-60 и К-30. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов. Обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Затронули на итоговом собрании и состояние дороги, по которой через Светогорск сотни автомобилей ежедневно едут в Финляндию. Это доставляет неудобства жителям города. Знаем мы, что бывают очень длинные очереди здесь из грузовых автомобилей, где работающие невыключенные двигатели машины загрязняют атмосферу. Она и так требует здесь дополнительных, так сказать, работ и мероприятий, не очень чистый воздух. Соответственно, мусор бросается. Давно ведутся разговоры о необходимости строительства объездной магистрали. А недавно из Минтранса поступило предложение передать существующую трассу на федеральный уровень. Все материалы будут направлены в ведомство к концу марта. В целом ситуация находится под контролем Комитета по дорожному хозяйству области и администрации Выборгского района. По последним данным, в части организации грузовой стоянки на территории непосредственно пункта пропуска есть договоренность, что Росграница нам отводит земельный участок. В данный момент они должны в ближайшее время это сделать. Комитет, то есть Ленинградская область, за собственный счет будет проектировать эту стоянку, и в последующем будет осуществлено ее строительство. На итоговом собрании выступили также представители правоохранительных органов Законодательного собрания Ленинградской области. Дипломы и благодарственные письма вручили представителям бизнес-сообщества, которые оказали значительную помощь в решении социальных задач. А жители светогорского поселения имели возможность задать всем представителям власти и различных ведомств вопросы и получили на них ответы. Вероника Когут, Иван Лободко, медиагруппа «Наш город».
Участок автодороги Выборг-Брусничная, где 15 февраля в ДТП погибли 10 человек, обслуживалось в соответствии с условиями договора. Стандарты качества при этом не нарушались. Как сообщает ряд интернет-изданий, такую позицию по итогам проверки выразил региональный центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Южной Финляндии. Именно это ведомство отвечало за техническое обслуживание рокового участка дороги. А между тем, расследование трагедии продолжают областной следственный комитет и Выборгская прокуратура. Возможно, предварительные выводы будут сделаны к концу этой недели. Очередной успех сотрудников Выборгской транспортной полиции. На железнодорожной станции Светогорск ими были пойманы четверо мужчин, сливавших дизельное топливо из локомотива. На момент задержания преступники похитили более 500 литров. 21 канистра уже была готова для погрузки в автомобиль. Злоумышленниками оказались машинист локомотива и его помощник, а также двое их подельников. Все четверо проживают в Ленобласти, их возраст от 23 до 38 лет. Канистры, образцы дизтоплива, а также оборудование для слива были изъяты транспортной полицией для проведения экспертно-криминологического исследования. Ущерб, причиненный железной дороге, устанавливается. Решается вопрос возбуждения уголовного дела по статье «Кража». В поселке Первомайское началось строительство детского сада на 155 мест. Ожидается, что работы будут проводиться в течение года. И уже в 2015-м в нем будут открыты 8 групп. Этого события с нетерпением ждут жители Первомайского, но, как оказалось, не всем. Кому и чем помешала стройка, знает Людмила Перминова. После того, как я узнала, что я беременна, для меня это стало самой такой вот основной проблемой, куда мой ребенок пойдет в садик. Потому что один-единственный существующий садик в настоящий момент у нас в поселке Первомайская, это он один, места мало. Я понимала, что мой ребенок туда не попадает. Свою озабоченность относительно нехватки мест в детском саду главе Первомайского сельского поселения Владимиру Курносову неоднократно высказывали местные жители. Рождаемость здесь растет год от года, а площадей для дошкольных учреждений катастрофически не хватает. Чтобы хоть как-то снять социальную напряженность, в местной школе 3 года назад открыли 2 детсадовские группы, еще 2 разместили на базе поликлиники. Тем не менее, сегодня около 160 первомайцев, имеющих детей, все еще стоят в очереди на получение заветного места в дошкольном учреждении. Поэтому, когда жители узнали о том, что у поселения выделены средства из областного бюджета на строительство детского сада, их радости не было предела. Единственным земельным участком, соответствующим всем предъявляемым требованиям для размещения дошкольного учреждения и относящимся к муниципальным землям, оказалась территория между многоквартирными домами на улице Советской. Был проведен конкурс, который выиграла петербургская организация «Блок». Работа закипела. И тут выяснилось, что далеко не все первомайцы рады начавшемуся строительству. Несколько пожилых людей были возмущены тем, что детскую площадку, прежде находившуюся во дворе, переместили на противоположную сторону дома. Письма жалобы, порой содержащие информацию, не имеющую под собой никаких оснований, они стали направлять в различные инстанции. Дети плачут, бабки плачут. Куда нам деваться? Приезжают каждый год, летом и зимой, 4 внука вот таких маленьких. У вас дети есть? Вот вы сидите вот в доме, а дети ваших где-то там играют. Кто за ними будет наблюдать? Здесь эту территорию купили, коммерческий, за 12 миллионов. Куда пойдут эти миллионы, не знаю. Остальные жители также бездействовать не стали. Татьяна Скобелева написала письмо главе районной администрации Александру Лысову и руководству Первомайского сельского поселения с просьбой не прекращать стройку века. Собрала более, наверное, я думаю, 150 подписей молодых мамочек. И не только молодых. Вот. И местных жителей тоже очень многие меня поддержали, потому что это очень для нас важно, для нашего поселка. Поселок расширяется. Увеличивается численность населения, и очень сейчас демография нашего поселка очень выросла. Районные и местные власти пообещали, что детский сад будет построен. Ведь благодаря этому не только удастся ликвидировать очередь в дошкольные учреждения, но и создать около 30 новых рабочих мест. Строительству детского сада уже ничто не помешает, потому что интересы тысяч людей не могут подчиниться интересам
одного или двух человек. Место выбиралось под строительство детского сада специалистами. Требования по программе строительства детских садов должны были быть выполнены. То, что коммуникации все должны быть рядом. После ввода учреждения в эксплуатацию будут открыты 8 групп, в том числе ясельные, которые в Первомайском не было долгие годы. Кроме того, детсадовцам, ютящимся в помещении школы, удастся получить постоянную прописку в новом здании. А это решит еще одну проблему. Общеобразовательное учреждение сможет принять жителей соседних населенных пунктов, желающих получать знания в поселке Первомайское. Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Богиня плодородия вернулась в Выборг. Статуя Цереры на итальянской аллее выставочного центра «Эрмитаж Выборг», разбитая хулиганами, установлена на прежнее место. О вопиющем случае вандализма наши корреспонденты рассказывали 13 февраля. Трое нетрезвых молодых людей 19 и 22 лет проникли на территорию центра. Один из них забрался на скульптуру, расшатал и уронил ее. Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать вандалов по горячим следам. А руководство Выборгского «Эрмитажа» было вынуждено обратиться к реставраторам. Статуя оказалась сильно повреждена, но за 10 дней профессионалы полностью восстановили ее. Что касается хулиганов, теперь им предстоит тесно взаимодействовать с выставочным центром. Этот случай, наверное, стал уроком не только для тех ребят, которые совершили этот вандализм, но и для всех наших горожан. Эти ребята осознали, естественно, они будут оплачивать все расходы, связанные с реставрацией. И самое главное, мы с ними договорились о том, что все наши скульптуры, которые стоят на этой итальянской аллее, два раза в год они будут отмывать их и, естественно, приводить их в соответствующий вид. Поэтому мы очень рады этому событию, ну и надеемся, что этого больше не повторится. Особым детям особое внимание. В школе номер 8 сегодня состоялся праздник, посвященный творчеству великого русского поэта Александра Пушкина. Организовали его педагоги и учащиеся начальных классов охраны зрения. 8-я школа на сегодняшний день единственная в городе, где наравне со всеми могут получать знания слабовидящие дети. И получается это у них не хуже, чем у остальных. Людмила Перминова продолжит. Good morning, children. Let us see you. Hello. Английский язык, как и все остальные предметы, учащиеся классов охраны зрения изучают в соответствии с общеобразовательной программой начальной школы. Отличить их от обычных школьников можно лишь по наличию очков для зрения и числу человек в классе, в каждом не более 15. Такое количество является оптимальным для того, чтобы педагог мог уделить максимум внимания каждому особенному ребенку. Учителя стараются дозировать зрительную нагрузку, чередуя чтение и письмо с устными формами работы. Кроме того, время от времени на уроках проходит физкульт-минутки. Да и на переменах ребятам скучать не приходится. В рекреации, предназначенной исключительно для слабовидящих учеников, с ними проводят подвижные игры. Довольны и дети, и их родители. Ведь эти мальчишки и девчонки не только получают необходимые знания, но и, что немаловажно, являются полноправными членами большого школьного коллектива. Учитель может подойти каждому ребенку. Она знает, какие у каждого зрительные возможности. Мне уроки с ним делать легко, потому что они все делают в классе. Вот мы ходим в музыкальную школу, я с ним хожу, приходится ходить на некоторые уроки, потому что он не успевает за обычными детьми. Он уже чувствует себя уже не в своей тарелке. А здесь у меня все в порядке. Так что мне намного легче. Если какие-то проблемы со зрением, и дети стесняются ходить в очках, и многие там сейчас детки много жестоких деток, как бы здесь, я думаю, что не стоит стесняться. Нужно ребенка адаптировать к реальному миру. И как бы в таких классах, как в наш класс, как бы дети это все быстро, хорошо проходят. Сегодня в 8-й школе действуют 4 специальных класса, в которых обучается 40 человек. По словам специалистов, формирование зрительных функций у человека происходит в возрасте до 12 лет. И организация процесса обучения в особых условиях способствует сохранению и развитию зрения у детей. Кроме того, он осуществляется под пристальным контролем медиков. В школе есть специальный офтальмологический кабинет, который все ученики с 1 по 4 класс регулярно посещают. Общая атмосфера, она благоприятная, то есть мы делаем так, чтобы каждому ребенку было хорошо. Еще хочется сказать, что у нас есть группа продленного дня, которая работает до 6 часов вечера. Там работают опытные педагоги, и в результате чего учащиеся могут сделать уроки, сходить на экскурсии интересные, музеи.
После обеда учителя передают своих подопечных в руки психолога, логопеда и тифлопедагога. Они проводят с учениками индивидуальные и групповые занятия по коррекции зрительного восприятия, развитию осязания и мелкой моторики, социально-бытовому ориентированию. Несмотря на то, что у детей встречаются различные нарушения зрения, постепенно положительные изменения наблюдаются у каждого. Это и амблиопия, косоглазие, миопия, то есть близорукость, гиперметропия, дальнозоркость. Также более серьезные нарушения зрения, как атрофия зрительного нерва есть. Много детей имеют очень низкую остроту зрения, то есть слабовидящие дети. Динамика всегда есть после посещения коррекционно-развивающих занятий. Это в дальнейшем детям помогает более успешно осваивать образовательную программу. Активности учеников начальных классов охраны зрения можно только позавидовать. Они принимают участие в многочисленных творческих мероприятиях. А сегодня под руководством педагогов организовали праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина. Я вас любил, любовь еще почему? Души мои угасли совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Юным талантом рукоплескал весь зрительный зал. Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Победителями конкурса «Виват Кадет» среди старшеклассников стали учащиеся 8-й школы. Второй районный смотр проходил в Выборге. Воспитанники всех кадетских классов Выборгского района демонстрировали умение шагать в ногу, точно выполнять команды, проявили себя творчески. Накануне в нашем репортаже прозвучала неверная информация об одном из победителей. По итогам смотра конкурса среди старших кадетов первое место заняли юные полицейские школы номер 8, а не спасатели из 10-й, как сообщалось ранее. Среди учащихся среднего звена лидировали юные моряки из 6-й школы. Весна обгоняет зиму. За окном конец февраля, а снега как не бывало. Нет привычных сугробов и тающих сосулек, характерных для этого времени года. По душе ли выборжцам ранняя весна и как они собираются отмечать Масленицу? С этими вопросами наши корреспонденты вышли на улицы города. Для меня это 10 раз необычная весна, и такой на моей памяти весны точно не было. Вот опочки у нас уже распускались и отцветали уже, это было чуть ли не в январе уранить, поэтому не знаю. А так вообще здорово. В этом году на рыночной площади будем жечь костер, будем завязывать ленточки, будем сжигать все свое зло. А как вы думаете, свои? Хорошо, что вот перенесли в этом году вот с Батарейной горы на рыночную? Ну, я думаю, что где бы ни было, все равно хорошо. Ну, скорее, это европейская погода, конечно, чем западно-российская, скажем так. Но, тем не менее, мне нравится. А начавшиеся масленичные недели отмечаете ли вы? Как отмечаете? Обязательно отмечаю блинами, как и все должны отмечать. Ну, не знаю, как остальные. Но я пеку блины. Обязательно. Обалденная весна. Обалденная. Нравится? Замечательная. Конечно. С начала масленичной недели отмечаете ли вы? Как конечно, отмечаете? Конечно, блины пекю. Конечно, все здорово. А на праздник собираетесь на рыночную площадь? Обязательно. Ну, считаю, что неплохо. Снега нету. Началась масленичная неделя. Как отмечаете? Отмечаете ли вообще? Будем отмечать в воскресенье. Как? Как? Дома с семьей. С блинами хоть? Конечно. А на праздник на городской не собираетесь ли прийти на рыночной площади? Может быть, да. Я скажу, что здесь очень клево, круто, потому что я сама с Иркутска, там постоянно снег, холод, зима. Здесь вообще необычно, непривычно. А масленицу отмечаете, празднуете? Да, празднуем, отмечаем. Как? Весело, задорно. Меня она только радует, потому что я болею часто. В результате, конечно, меня радует такая теплая зима. Какое лето будет? Уже масленичная неделя началась. Как отмечаете? Отмечаете ли вообще? Блинами. Разве по мне не видно? В основном блинами. Новый лакокрасочный завод открыли сегодня в Ленинградской области. В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Дрозденко и наследный принц Норвегии Хокон. Первый российский лакокрасочный завод «Йотун» построен на участке площадью 9 гектаров в индустриальном парке Федоровско-Тоснинского района. Предприятие даст жителям региона 150 новых рабочих мест. Отметим, инвесторам были предоставлены налоговые льготы на срок окупаемости проекта и на 2 последующих года. Налог на прибыль снижен до 13,5%, налог на имущество до 0%. Официальный курс валют на 27 февраля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 49 рублей 18 копеек, доллар 35 рублей 79 копеек.
Россия-Финляндия. Матч-реванш. В минувшие выходные в Выборге прошел ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. На льду стадиона «Авангард» встретились сборная города и финская команда «Стант» из Лапинранты. Тему продолжит наш корреспондент Владимир Кочетков. Выборгские хоккеисты встречаются с финской командой «Стунт» уже не в первый раз. Проиграв северным соседям две последние игры, выборжцы были уверенно настроены на победу в третьей. Заинтриговать болельщиков хоккеисты обеих команд смогли с первых минут матча. Жаркая борьба между соперниками разворачивалась то у одних ворот, то у других. Первую шайбу забили выборжцы. Спустя несколько минут они же отправили еще одну в ворота «Стунта». Ответ финнов не заставил себя долго ждать. Отплатили, что называется, той же монетой. Период завершился со счетом 2-2. Играем, ровная игра. Соперник хороший, сильный. Поэтому играем как можем. Сейчас спешить некуда. Будем от оборонки, я думаю, на контратаках. Будем ждать от соперника острых выпадов, а потом будем в контратаку уходить, я думаю. От этого на скорости все. Стратегия, выбранная нашей сборной для второго периода, оказалась верной. Выборжцы прочно стояли в обороне и ждали атаки финнов, на каждую из которых наши хоккеисты отвечали контратакой. В результате две точных передачи и две шайбы отправились в ворота гостей из Лапинранты. Выровнять ситуацию финны так и не смогли. 4-2 в пользу выборгской сборной. Ну, эта игра сегодня не хорошая погода. Это, ну, не хорошая игра. Это... Тяжело было? Ну да, очень тяжело. Сегодня вратарь нехороший. Это все, вратарь виноват. Раздосадованные финны в последнем периоде решили приложить для победы все усилия. Но и выборжцы не собирались уступать. Нервное напряжение ощущалось с обеих сторон поля. В результате гости все-таки смогли реализовать два удачных момента и ненадолго сравнять счет. Но выборжцев ничья явно не устраивала. В ворота финнов было забито еще две шайбы. Исход матча 6-4 в пользу сборной города Выборга. Игра, как обычно, как каждый год, прошла в бою на острой игре. Значит, условия, конечно, сегодня тоже лед мягкий, снег, потом дождь пошел, тяжело было. Но, так сказать, игра получилась и у финнов, и у нас. Так сказать, команды играли самоотверженно. Ну, получился интересный хоккей. Потому что ребята отдавались игре, ну и плюс, так сказать, была какая-то изюминка, так сказать. Нашей сборной на Сочи не удалось обыграть, а мы, так сказать, взяли какой-то реванш, стремились к этому, и у нас получилось. По результатам турнира выборжцы получили долгожданную победу и кубок. Отдельно судьи отметили двух игроков. Звания лучших нападающих удостоились Яни Кескинен, забивший две шайбы, и наш земляк Андрей Янков. На его личном счету 3 гола. В следующий раз выборжцам предстоит отстаивать честь родного города уже на финском льду. И там наши хоккеисты обещали показать не менее красивую игру. Владимир Кочетков, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». И в продолжении темы о хоккее. Обладателем кубка турнира, посвященного Дню защитника Отечества, стала команда «Фортуна». Игры проходили в Каменогорске. «Фортуна» заняла первое место по количеству набранных очков и разнице забитых и пропущенных шайб. На этом наш выпуск завершен. Напомню, чтобы быть в курсе главных событий в течение дня, слушайте Выборг FM по будням на волне 91.2. Свежие новости и самая актуальная информация каждый час. Кроме того, сюжеты наших программ и много интересного, как всегда, на сайте выборг.тв. И внимание, теперь узнавать о том, что осталось за рамками нашего эфира, принимать участие в обсуждении злободневных тем и стать соавторами программы «Город. Новости по-выборгски» вы сможете, зайдя на нашу страницу ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке или в Твиттере. Группа «Выборг ТВ» открыта для всех желающих. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. В четверг в Выборге ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в нашем городе днем от 0 до плюс 2, ночью 1-2 градуса со знаком минус. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность. Днем в северной столице плюс 1-3, ночью 2-3 градуса мороза. Ветер южный 1-2 метра в секунду.
Лопейнранте облачно. Температура воздуха днем 0 плюс 1, ночью 1-2 градуса ниже нуля. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В Хельсинки облачно. Днем в столице Финляндии плюс 1-3, ночью те же значения, но со знаком минус. Ветер южный 2-3 метра в секунду.